Всем привет, ребята! С вами, как всегда, я, Святослав. И мы сегодня будем проверять страшный си-тест. Я слышу, что на нем происходит очень много всего страшного, так что мы с вами это всего сегодня проверим. Не переключайтесь, подписывайтесь на канал, и мы начинаем. Так, ребят, ну вот я появился в мире, успел убить овечку. Так... Си называется тест. Можете миру, ну, хоть как назвать, но си должен быть по-английски тест. И тогда у вас все должно сработать. Ну, у меня должно сработать. Я не знаю, какая у вас версия, так что я не знаю. У меня 1.16.201. Опишите, ребят, в комментариях, какая у вас версия. Будет интересно почитать. Пролайкаю. Крипер там бегает. О, и Игорёчек. Ой, он мне не выпал. Блин. Ой. Добываем дерево. Ребят. Почему-то резко началась ночь. Как же страшно. Что нам делать? Лайк и подписочку, ребят, ставьте. Ой. Я вижу, там что-то есть. Офигеть, что это там есть? Или этот сид работает реально? О, смотрите, сундучок. Так, что это, какой тотем бессмертия? Боже мой! Надо бы быстрее бежать. Я даже не успел посмотреть, что это такое было там. Надо бежать. Просто бежать, не оглядываясь. Меня сейчас все убьют. Ребят, что это за хрень? Что это за хрень? Откуда это? Боже, ребят, не советую заходить на этот сид. Это очень страшно. Боже. Но надо нам поставить это мирный. Так. Мирно. Все, бежим. Надо забрать то, что было в сундуке. Что это, ребят, такой тотем бессмертия? Пишите в комментариях. Не понял. Что в Майнкрафте можно в другую руку брать? Ну, это круто. Конечно, вот эта постройка очень интересная, ребят. Этот сид реально рабочий. Так, тут табличка, и что тут написано? I'm here. Получается, я здесь, типа. Kill. Что за хрень? Так, факела, красный факел.
Сундуки и 16. Странно. Очень странно. Так, смотрите, тут... Красный редстоун. Куда он ведет? Давайте попробуем сходить в пустыню. Может быть, там что-то найдем. Давайте заберемся наверх и посмотрим, что есть. Так. О, боже! Что это такое? Чё это за хрень? Боже, что тут написано? I'm here. Я здесь. Дай. Ну что это за фигня? Мне страшно, ребят. Боже. Что это такое, ребят? Офигеть. Я никогда вам не советую заходить на этот сид-тест. Всем пока, ребята. Это было очень страшно.